Глушенков на Айртона. Айртон с правой ноги. Удар переклонено. Ты прикинь. С правой ноги Айртон. Хрен знает откуда, блядь, попадает в перекладину. Подача. Штрафную. Леди сюда, Сосаретова. Сосарики. Соболев. Соболев открывает счет. Снял майку, блядь, желтую получит. Ну, тут одобряем. Снял майку, короче, ребят. У него на майке мама. Фотография мамы. И Соболь заплакал. ВАР. Да, бля, опять начинаются эти вар, не вар. Засчитали, засчитали, бля. Спартачок вперед выходит, хорош. Иди сюда. Фух. Хорош, хорош, хорош. Зоба голевая. Короче, разыграли угловой. Зобнин навесил в штрафную, и Соболев забил с головы мяч. Красава, Соболь, красава. Красава, Саня. Контратаку Ларсон 1-1 выскакивает. 2-0, блядь. Пиздец, 9-я минута, Спартак 2-0. Хороший, иди сюда, Джордан Ларсон. Голяха, вот это старт чемпионата, вот это начало от Спартака. Блядь, хорош, ты диска в ахере сам стоит. Что, говорит, было, блядь. Покатил, сейчас кто отдал? Обрезался Сочи. Бака. Бакаев отдал на Ларсона в разрез, вывел 1-1 с вратарем, и Ларсон реализовал 1-1. Фруш, блядь, пацаны, вот это да, вот это, блядь, красота. Вот. Красавцы. У меня слов нету, блядь, Спартачок вообще молочаги. Да вообще, блядь, пока и не думаем о нем. Фух. Подача будет штрафную, Зоба на вес штрафную, Ахмата, слушай, пенальти, пенальти, блядь, хорош, хорош, сука, Спартачок, Спартачок зарабатывает пенальти, слышишь, ну ты что, судьи одумали, что ли, ебать, короче, была, проверим, проверим, уже кричит, да, как Казарцев кричал, блядь, сейчас посмотрят ВАР, короче, была подача штрафную Ахмата, Жиго боролся за мяч, Швец, ну Швец его обнял, короче, и потащил. Ну тут фол, тут по-любому. Жиго борется за мяч. Швец его вот так обнимает, дергает за плечо, и они оба падают. Ну тут по-любому, пацаны, пенальти. Пенальти, блядь, не должны его отменить варовские. Варовские эти козлы. Ваня, отвечай быстро. Чай или кофе, собака или кошка, Мерседес или... Так, чай, собака, Мерс... Бля, бэху надо было говорить. Ауди или Инфинити? Ауди, Ларсон разбегается. Удар! Блядь, сука, хорош. Нахуй, иди сюда, бля. Ларсон и в первом тайме забил. Отменили, блядь, тут не отменят. Фух, сейчас Соболев забьет. Ларсон бил, блядь, и забил. Молодчага, Джордан, красава. Шелли опрыгнул, короче, в правый угол. Зоба, подача штрафную, навес. Соболев выигрывает, забил! Блядь, хорош, сука, иди сюда. Хорош, блядь. Иди сюда, нахуй, 2-0, Спартачок. Блядь, красавцы, красавцы. Фух. Нахуй, сосарики, сосарета. Короче, слышишь, два гола пришло со штрафного с одной и той же позиции, грубо говоря. Первый раз Зоба навесил, свалили. Короче, Зоба подает, Соболев выигрывает верховую, скидывает на Понца, не было офсайда. Скидывает на Понца, и Понца, блядь, забивает гол. Блядь, хорош. Спасибо, ребят, кто остался. Спасибо огромнейшее, что остались. Спасибо за лайкосы, от души народ. Меня бомбит, жесть. Блядь, иди сюда, сука, хорош. 1-1, блядь. Ай, вовремя хоть перезапустил. Сука, красавцы, блядь. Фух. Хоть так, пацаны, я извиняюсь. Я от меня это ни хрена не зависело. Вырубили свет, сразу давай на телефон звонить, блядь. Что за херня, что произошло? Провода какие-то там, блядь, они меняют. 20-30 минут мы выключили. Вы не могли, блядь, поменять в час дня, в 2 часа дня. В 4 часа они, блядь, их решили поменять. Хорош, Спартак сравнивает. После подачи углового, ребят, забивает гол Понце. Эзекиль Понце забивает. Ларсон ходит в штрафную. 1-1. Ну, Ларсон, удар. Блядь, хорош. Иди сюда, сука. Джордан Ларсон. Третьем матче подряд забивает гол. Иди сюда, блядь. 1-1. Будет гол. Кто там спрашивал? Гол Спартака будет? Нет. Ух.
А, лишь бы там ни офсайда, ничего не было. Короче, Ларсен с правого фланга ворвался в штрафную. Сейчас повтор покажут. Сука, только не отмените. Не было офсайда, не было. Заброс, короче, на Ларсена. Ларсен с правого фланга входит в штрафную. С левой ноги в дальний угол. Блядь, точно отправляет мяч в Рута. Хорош. Иди сюда. Помню, Руна в Миранчуке Черлуку обыграл. Пацаны, как думаете, гол еще один будет? Влад, А4, без понятия, честно. Подача Айртона в штрафную. Скидка надо! Гол! Будет, блядь, иди сюда, сука, хорош! Нахуй, ну мы лучше были. Мы были лучше. Я тебе говорю, мы лучше были, блядь, в этом матче. Я всю игру об этом говорю, что мы лучше. Блядь, хорош. Короче, подача слева Айртон. С правой ноги делает подачу. Крал скидывает. Не было офсайда. Крал скидывает с ближней штанги. Ну, Крал, короче, скидывает назад. И на дальней штанге Саня Соболев забивает с головы, блядь. Крал скидочка. И Соболь, блядь, хорош, сука, в девяточку. В самую девяточку с головы, блядь. Фух, на что ставил? Я ни на что не ставил. Я не ставил ни на что в этом матче. Иди сюда. Как минимум подача. Еще одна падает. Соболев штрафной. И что? Желтую карточку Соболеву? А, нет, пенальти. Пенальти зарабатываем, пацаны. Пенальти, походу. Как думаешь, за гола будет? Да подожди, тут что-то я не понял. Да-да-да, пенальти, ребят, пенальти. Желтую карточку не Соба. Мне показалось сначала то, что он Соболева показывает. Еще раз, повтор, да-да-да-да-да. Было, по-моему, нарушение правил. Бакаев разбегается, ребят. Бака, удар поворотом, штанги. Сука, отлично, иди сюда. Блять, 1-0 повели. Повели, пацаны, повели, хорош. Я что этот, я испугался сначала. Мяч от штанги влетел в ворота. Добня остался по центру. Бакаев пробил в левый угол, получается. Мяч от штанги влетел в ворота. Я испугался, когда мяч в штангу попал. Думаю, сейчас вылетит или еще что-то такое будет, блядь. Хорош, иди сюда, пацаны, 1-0 повели. Спартак тащит мяч. Зоба дает в центр на Джордана. Тот на Бакаева. Бакаев на Соболя. Соболь штрафной. Убирает под правый. Гол, блядь, хорош, сука. Иди сюда, блядь. Вот тебе первый удар нормальный в створ. Блядь, что сейчас Соболев сделал, пацаны? Бакаев, короче, отдает пас на Соболева. Соболев входит в штрафную. Там вроде кажется все уже. Бей с левой ноги. Соболев на замахе слева убирает себя под правую, защитник отскакивает, и справа спокойненько, короче, ебой, блядь, справа просто катит мяч в дальний угол. Хорош Соболь. Зелимхан охрененную голевую. Соболь красавец. Я бы вот, я не знаю, тут бей просто слева, бей поворотом какие-то. Он убирает защитника. У него слева защитник, справа он, блядь, справа ноги в дальний угол. 1-1, сука, иди сюда, блядь. Ларсен, подача штрафную, удар и гол, но было сад, нет? Подожди, Жиго забил. Был офсайд или... Пацаны, не сильно... Гол, 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 блядь, походу гол, подожди. Ну сейчас, сейчас, народ, сейчас ВАР проверит. Подожди, не... а, да, даже игроки Спартака особо не радуются. Подача, но то, непонятно, блядь. Он в эпизоде не участвовал, а Жиго, мне кажется, был в правильном положении. А что мы все смотрим? Так... Бля, вроде не было, пацаны, гол, гол, 2-1, 2-1, блядь. Нет, титра, проверка ВАР. Да 2-1, тут не было офсайда. Иди сюда, сука. Не было, не было. Жиго был в офсайде, ой, Джике был в офсайде, а Жиго нет. Жиго 2-1, блядь, хруш, сука, Олеха. На Бакаева, Бакаев прошел одного, мяч под заброс на Понце. Понце обрабатывает мяч, удар и гол! Гол! Иди сюда, сука, хорош! Сейчас такую красоту Понце забивают, пацаны, иди сюда! Вот так тебе, вот тебе и Понце, блядь, был травмирован там. Я ей говорил, нахрен Понце, ставь Соболева. Красава, Понце, блядь. Красава, заброс был. Ой, блядь, понеслась. Иди сюда, начало хорошее. Тимир, привет. Хорош, пацаны, главное не расслабляться. Короче, Бакаев в центре поля обыграл одного игрока ЦСКА, ушел чуть на правый фланг. Такой забросик сделал штрафную на Понце. Понце мяч обработал и, короче, положил корпус, так знаешь, боковым ударом в лед по мячу. Ну, даже в отскок по мячу с линии штрафной площади. Пробил там под перекладину почти чуть ли не в девятку. Но это очень красивый гол. Это реально крутой гол получился у Понце. Хорош, блядь. Бакаев тащит мяч.
Атакует Спартак правым флангом. Пас на Зобу. Зоба, подача штрафную. Мяч к нему отскочил. Бля, что происходит? Крал, удар! Иди сюда, блядь! Подожди, Крал или Ларсон? Нихера не понял. Ларсон, Ларсон! Хенрик Ларсон забил. Хорош, блядь! Вот тебе и начало, слышишь? Рубин там хорошие атаки имел, там сейчас пару подходов. Квича сразу же, блядь, бил поворотом, атаковал, да. Тут, блядь, Хераки Спартак забивает в первой же атаке свою. Красава! Ларсон, Джордан Ларсон. Блядь, как же ж он хорошо сейчас провел. Девятиночку. Не вышел на угловой. Спартак с мячом. Подача, штрафную площадь. У Медведя фигура! 2-0, блядь, иди сюда, сейчас такая тема залетела, блядь. О, хорош, Медведев, свои ворота, сам, я даже и не понял, что там произошло, блядь. Сейчас покажут повтор, я вам расскажу, народ, ну это автогол. Ой, блядь, кто забил, там автогол, новости Локи, это был автогол, Медведев что-то лежит, что он там походу в своего врезался, я так и, я даже не понял, как мяч залетел. Вот это фейл. Так, показывает повтор, подача была. Сейчас. Подача штрафную, на выходе играет... Конечно, его ошибка. Мяч Никит Медведев, ну а дальше уже... Кутепа говорю, блядь. Вот если ошибка, у меня сразу Кутепа в голове. Короче, он выскочил, выпрыгнул. А! Он... Я все, я понял. Я просто не понимал, от кого мяч залетел. Он, короче, на выходе прыгает, не достает до мяча, но мяч попадает в пятку защитника и потихонечку закатывается в ворота, блядь. Медведев на выходе. 15 минут есть, добьем, не переживайте, братья. Бля, сейчас... Блядь, иди сюда, сука, Айртон, 1-0. Сосорики, блядь, Айртон, слева ноги, как усандолил, блядь, 1-0. Хорош, блядь, Айртон первый гол забил за Спартак родине, а теперь первый гол забивает в чемпионатах России за Спартак. Хорош, пацаны, 75-я, сосарики, блядь. Ух, ебой. А, и показывает этот, блядь, сидит Рыжиков, в носу ковыряется. Палец сломаешь, баран. Короче, я тут и сам не понял, с чего этот взялся момент. Сейчас показывает повтор. Крал на правом фланге, делает заброс в штрафную. Соболев принимает мяч, не получился у него удар. Мяч отскочил к Айртону, и Айртон слева. Как полоснул, блин. Фуш, сука. Штрафную сейчас будет подавать Зоба. Подача штрафную, выносит мяч, но на подборе... Ебать, Айртон, дубль, блядь, иди сюда, ну. Сука. Сосать вам, а ну, что там, вар, блядь, будешь смотреть, козел ходит желтый. Мой, ебать, Айртон, какую голеху забил. Это лучший матч Айртона. И у него еще и голевую, блядь, передачу отобрали. Блядь, иди сюда, сука. Ай, блядь, пацаны. А опять Рыжикова показывают, да, уже в носу не ковыряется, палец сломал уже, походу. Это там, блядь. Так такая хуйня какая-то залетела, я извиняюсь за... Короче, сейчас покажут повтор. Подача штрафную. Защитник выносит мяч. Айртон набегает, он как-то... Вратарь просто баклан, бро, вратарь, блядь. Поэтому и Рыжика показывает. Айртон кое-как там, блядь, в прыжке попал по мячику. Мячик еле-еле-еле летит, короче, под самую штангу. Вратарь ни хера не прыгает, вратарь просто бежит, он бежит до штанги, блядь, и смотрит на мячик, мячик залетает, все. Вратарь красава, вратарь красава, знаешь почему? Он, блядь, понял то, что судья ошибся, когда Спартак второй гол забивал, и сейчас дал забить, ну типа, блядь, за справедливость, вратарь молочага, фу, блядь, ебой. И все, я остановился, пас направо на Ларсона. Ларсон обратно отыгрывает на Крала. Крал входит в штрафную, обыгрывает двух, катит от ворота. Сука, гол, иди сюда. Иди сюда, Понсо, блядь, хорош. Ай, блядь.
блядь, исправился этот Понце гребаный, который не забил, блядь, с метра в пустыне, попал сейчас кроссово. Как сейчас здорово Крал сыграл. Крал, блядь, Крал вошел в штрафную, обыграл двоих, покатил назад от ворот на Понце, и Понце забивает дальний угол, бьет и забивает, блядь. Фух, сука, иди сюда. Блядь, я за пивом. Ларсон обратно отдает на Зобнина, мяч потеряли, Крал на подборе, подача в штрафную, блядь, Понце пробил прямо во вратаря, народ, такой моментище сейчас, сейчас такой моментище был у ворот Химок, подача была в штрафную от Крала, Понце ударил с головы, прямо вратаря, блядь, ударил, там чуть ли не с вратарской линии пробил. Саша Шилов, здорово. Как думаете, Мозес выйдет? Однозначно выйдет по-любому. Сейчас, кстати, Понце лежит на газоне, держится за голову, не показывает на повтор. Что там было? Выбежали врачи? Сука, ставь пенальти, козел. В первом тайме ты не поставил. Пенальти, пенальти, блядь! Хорош, сука! И будет желтая карточка Логашова, походу. 56-я минута. Сейчас, если забьем пенальти, сравняем счет. Только главное еще забить, блядь. Хорош. В первом тайме реально тоже чистый пенальти был на Понце, блядь. И он его, сука, не поставил. И даже ВАР не смотрели. Кокорин будет бить, что ли? Блядь, Кокорин будет бить. Саша, Саша, сука, не промажь. Не подведи. Кокорин, блядь, не подведи. Кокорин разбегается. В дворе. Блядь, хорош. Сука, иди сюда. Ха-ха-ха, хорош, блядь. Отлично, первый гол Кокорина за Спартак, да, с пенальти, да, с пенальти, но ничего страшного, ребят, игра не идет, мало что получается, забиваем, блядь, вот это должно как-то переломить, плюс Витя Мозес вышел, сейчас надо забивать, там делать 2-1 и 3-1 и выигрывать, блядь, эту игру, Кокорин хороший, блядь, Мирзов забивает, Кокорин забивает, что такое, что творится в этой игре сегодня, я в ахере, блядь. Я почему у тебя дома елка, Разич? Она у меня стоит с весны, Новый год, весь год. А, какая минута? 63-я минута. 63-я минута. Подача с углового. Удар! Гол! Блин! Гол! 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 Иди сюда, сука, Понце! Ха-ха! Хорош, блядь, сосорики! 2-1, иди сюда. Опять будут говорить, ай, чё ты радуешься, там еле Химки обыгрываете, да, блядь, игра не идет, забиваем, выиграем, 1-0 проигрывали, хорош. Фу, сейчас сердце станет, ну его нахрен, подача была от Ларсона, и Понце вбежал и пробил с головы, блядь, Понце пенальти заработал, Понце забил, пока Понце лучший игрок матча, блядь, хорош, пацаны, хорош, защитник накрыл, ну, короче, Спартак остался с мячом, Зобнин ходит в штрафную. Убирает себе под левую. Делает подачу. Понце удар, блядь. И 3-1, сука. Сосорики. Джордан Ларсон. Иди сюда, блядь. Даже с конченной игрой в первом тайме. Даже, блядь, с быстрым пропущенным голом во втором тайме. Мы, сука, все равно 3-1 выигрываем, блядь. А это говорит, знаешь о чем? О том, что у команды есть характер. Игра не идет, игра не получается, мы пропускаем. У команды реально есть характер, она смогла переломить эту игру, забить 3 гола. Была подача Зобнина в штрафную, он в штрафную уже вошел справа, сделал такой набросик на Понце. Понце с головы пробил, реально очень круто, вратарь под самой штанги потащил. Отбил мяч, но на добивании был Джордан Ларсон, который забил гол и сделал еще 3-1, блядь. Вратарь как потащил вратарь, это просто жизнь, там реально с под самой штанги. Ребят, это вот как... Но пока ничего в этом страшного нету. Жигу, почему так высоко очень? Что-то Жигу побежал встречать. Чуть ли не на позиции центрального нападающего. Сейчас заставили ошибиться Краснодар. Айртон перехватил мяч. Бакаев пас туда вперед на Джордана Ларсона. Ларсон штрафной, катит на Понце. Эзекиэль, гол! Гол! Иди сюда, Понце, открывает счет. Хорош, блядь, Эзекиэль Понце. Говорили, что он сломался, травмировался. Нет, сосарики, ёпта. Играет, ну там какое-то повреждение было. Лишь бы не отменили гол, потому что там в борьбе с нападающим Понце вроде как что-то чуть-чуть ручками положил. Классная контратака сейчас прошла. Хорош, Спартак забивает, выходит вперед, 1-0. Молочага, Понце, Молочага, Спартак.
Айртон тащит мяч по левому флангу, входит в штрафную, ребят, делает прострел. Мяч попадает в защитника Спартака. Витя Мозес! Витя Мозес! Витя Мозес делает счет 2-0, иди сюда! Голь, 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 голь! Хорош, Мозес, первый гол за Спартак забивает, отлично! 2-0, Спартак, блядь, иди сюда, хорош! Ха-ха-ха, Витек! Витек начинает уже оправдывать, уже не просто так его взяли, Спартачок. Красава, Витя. Красава Понце, красава Айртон, который прошел по левому флангу. Отдавал пас вдоль ворот, мяч попал в защитника. Но тут Понце выиграл борьбу, покатил на Мозеса. Мозес с правой ноги убрал под себя, короче, под левую. И левой закатил мяч в ворота. Хорош, пацаны, 2-0. Сейчас Спартак в атаке, Кокорин с мячом. Пас на Ларсона, Ларсон, удар слева и гол, блядь, гол, 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 гол. Джордан Ларсон, Кокорин, голевуху, 3-1, блядь, хорош, Спартачок, хорош. Ларсон сравнивается по голам с Понце, иди сюда, блядь, 3-1. Фух, блядь, насколько сложная игра, ну один хрен нельзя расслабляться, еще время есть. Спартак, Москва, ты не один, с тобой умы, мы победим. Поддерживаю Патриот. Здорово, Иван, где можно посмотреть? Элнур, привет. Я смотрю на матч премьере. Спартак сейчас в атаке, ребят. Айртон на левом фланге отыгрывается в стеночку. Спонсор Айртон входит в штрафной, прострел. И 1-0, бля. Иди сюда, голь, 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 голь. Александр Соболев забивает гол. Хорош, 1-0, Спартак выходит вперед, ребят. Вот так, Урал подавил, там что-то 4 минутки подачки, там угловые, какая-то хрень. Айртон отыгрался с Понце в стеночку, Понце отдал ему штрафную. Айртон на своей бешеной скорости обогнал защитника Урала. Показывает еще раз повтор и покатил на дальнюю штангу. Никакого офсайда не было, ничего не было. И на дальней штанге Соболев выскочил из-за спины защитника и забил гол уже в пустые ворота. Хорош, Спартачок. Спартак в атаке, сейчас Алекс Крал с мячом отдает направо на Витю Мозеса. Витя Мозес входит в штрафную площадь. И пенальти, ну что? Пенальти, пенальти, хорош. Сбивает Витю Мозеса. Витя обыграл одного игрока, вошел в штрафную площадь, прокинул мимо защитника мяч. И Витю Мозеса этот сбил Рыков в штрафной площади. Там вообще без вариантов. Рыков, поднимайся, там чистая пенка, блядь, ёпта. Саня, Саня, разбег, удар, гол, блядь, иди сюда, сука, хорош, хорош, голь, 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 Соболев выводит Спартак вперед, оформляет дубль, 2-1, хорош, блин, игра реально складывается, ну, без всяких приколов, Урал выглядит получше в этом матче, больше владеет мячом, больше атакует. Но, тем не менее, Спартак ведет в счете 2-1. Забили быстрый гол и забили гол в раздевалку. Насчет пенки, ну, тут вообще без вопросов. Тут еще раз показывают повтор. Тут вообще без вопросов. Саня Соболев пробил просто спокойненько, слабенько. Под самую штангочку в левый угол от себя. Помазон прыгнул в другой угол. Хорош, пацаны. Спартак 2-1 выходит вперед. Отлично. Отлично. Зачем бороться за чемпионство, если можно отсосать три матча подряд, даже ЦСКА, Зенит, Локомотив, у которых график жестче, из-за ЛЧ выигрывает спокойно на классе наши Аболтусы. Блин, Данзи, ты хоть не начинай, блядь. Ты хоть не начинай. Равная игра сегодня, у Динамо залетела дальний удар. Тем более, блядь, Динамо при Шварце-то преобразились. Ты хоть не начинай эту ересь тоже, блядь. Тут же Локомотив. Какой Локомотив? Локомотив три поражения подряд. Сейчас Зобнин, блядь. Зобнин, сука, иди сюда, блядь. Хорош, Зоба. Блядь. Блять, почему вы? Меня аж бесят, вот натуре бесят вот это в чате, Надзи, меня аж подхарило с тебя, блять. Только Спартак там проигрывает, чуть не какая-то игра не пошла. Все, блять, позор там, то наши, то те, блять, охрененно, те там выигрывают. Зобнин двоих обыграл, вошел в штрафную, пробил Шунин. Отразил удар перед Зобниным. Блять, просто Зоба молочага. Двоих футболистов обыграл, вошел в штрафную. Пробил поворотом, Шунин отбил, но отбил прямо на ногу Зобнина. И Зобнин на добивании забил гол. Хорош, иди сюда, блядь. Только что-то там пропустили, один проигрываем, блядь. Все, начинается там в чате. То-то. То, блядь, позор, то позорники, то еще что-то там. Данзи про то, что, блядь, пиздит. И меня сейчас реально, у меня аж подгорело, Данзи, с твоего этого, блядь, сообщения в чате.
Вы, блядь, за команду болеете, когда только она выигрывает, походу, да? Когда проигрывает, все, похеру, мы уже ни за кого не болеем, блядь. Спартак заработал штрафной удар. Ну, судья свистнул нарушение правил, когда Кокорину там за отмашку, короче, так скажем. Я только не обратил внимания. Пенальти! Пенальти, народ, пенальти даже поставили! Пенальти по ВАРу проверили. ВАР проверял то, что это пенальти. Я так понимаю, нарушение правил было в штрафной площади против Кокорина. Или вообще какое-то другое было нарушение правил. Да, ребят, ну, бля, я тебе скажу. А хотя нет, все, с другого ракурса показали. Зарюко играл локтем, да, ребят. Это было в штрафной площади, прямо, ну, в штрафной площади находился Кокорин, Зарюко. Зарюко показали, с одного ракурса показали, мне показалось, он плечом в него сыграл. И думаю, уже говорит, ну типа, бля, ну что за бред. Показали с другого, там реально он локоть выставлял, сыграл локтем, ударил по лицу Кокорину. И это было в штрафной все площади, тут вообще без вариантов, ребят. ВАР проверили, типа, то, что это было в штрафной площади. И пенка, иди сюда, мой юный друг. Пенальти, по-моему, будет Кокорин выполнять, ребят. Кокорин, да, Кокорину мяча. Ну, сам заработал, сами будет бить. Будем надеяться, то, что... Будем надеяться, то, что забьет Кокорин. Оу, ей, Альмир, сейчас, братан, пенальти ударят, прочитаю. Разгоняется Кокорин, удар, и гол, блядь, иди сюда, хорош, гол, сосарики. Хорош, пацаны, Кокорин открывает счет, развел он вратаря и мячик по разным углам, вратарь прыгнул в один угол, Кокорин спокойно, мягенько катнул в уголочек вправый от себя, здорово реализовал этот пенальти, сам заработал, сам пробил, молодец. Мозес убрал под правую, пробил дальний угол и снова вратарь кончиками пальца выбил, вот, вообще под копирку одинаковый момент. Есть, блядь, сука, иди сюда, хорош. 2-0 и Спартак в триумвирате лидеров после 16 туров. Ебать, как... Вот надо, вот Спартак постоянно вот этот головняк делает, что в конце, блядь, валидол и все остальное, и все-таки забивает. Забивает с углового, гол Жиго, подача была Бакаева. Прям на Жиго пробил с углового и забил. Сука, 3 очка все-таки наши. Привет, Евгений Попов. Спартак вперед. Поддерживаю, братан, поддерживаю. Спартачук, давай соберитесь, блядь. 27-я минута пошла. Мы ни хрена еще не создали. Уже по моим планам к этой минуте должны были 1-0 вести. Ну, блядь, ты видишь, как происходит. Я не знаю, ну, не хотелось бы, конечно, чтобы там, знаешь... В самой команде была какая-то недооценка, какой-то не это, но вот же у Тамбова там бойкотируют матч. Сейчас запасишься момент. Гол, блядь, наконец-то, хорош. Джордан Ларсон открывает счет. Иди сюда, мой юный друг. Хорош, пацаны, 1-0. Алекс Крал отдал передачу на Джордана Ларсона. Вошел в штрафную с левого фланга. Сейчас еще раз повтор покажут. И отворот от лицевой линии покатил назад под удар на Джордана Ларсона. Джордан с левой ноги забивает гол. 1-0. Наконец-то, блядь, Спартак открывает счет в этом матче. Заброс был от Джордана. Соболев надолго выбыл, не хватает его на втором этаже. Ярослав, Соболев в этом сезоне уже не сыграет, будет весной играть. Спартак сейчас в контратаке, Джордан Ларсон тащит мяч, Джордан Ларсон в штрафной площади, удар по воротам, штангу мяч попадает и перекладина, как хрень, блядь. Какая сейчас такая хрень, это как, знаешь, в FIFA или в PES, это такая бредятина происходила сейчас, пацаны. Короче, Джордан Ларсон протащил мяч с линии штрафной, нанес удар по воротам, убойная была позиция, он даже не с линии штрафной, в штрафную вошел. Рыжиков отбивает мяч, от Рыжикова мяч попадает в защитника, от защитника отскакивает в штангу. Набегает Понсе бьет по воротам, блин. А гол, кстати, гол, пацаны, гол, Понсе забил. Забил гол, должны засчитывать гол. Там показали сейчас повтор, мяч пересек линию. Короче, от Понсе бьет, попадает защитника, мяч пересекает линию. Ну, короче, попадает в перекладину, вылетает. Показали повтор, мяч полностью пересек линию. Там гол 2-0 должно быть, ребят. Написано проверка, возможно гол. Гол должны засчитывать, если до этого не было никаких там нарушений правил.
Все, судья свистит, показывает этот, и давай на центр. И на центр, а? 2-0. 2-0, блядь, иди сюда. Голь, 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 голь. Хорош, Спартак, 2-0. Эзекиль Понсе забивает гол, ребят. 2-0, Спартак впереди. Отлично, отлично. 82-я минута. Че ТДСК не делает замены, ребят? Ну, это вопрос не ко мне, мне кажется. Нет, это вопрос к самому ТДСК. Сейчас Спартак в атаке. Айртон входит в штрафную с левого фланга. Обыгрывает защитника. Прострел. Вдоль ворот. И гол, блядь, 2-1, наконец-то. Иди сюда, сука. Хорош. Снеговик упал. Блядь, снеговик аж упал. Не разбил, слава богу. Пацаны, 3-1. Айртон просто... Просто красавелла. Бля, чуть снеговика не поломал. Айртон просто красавелла. Забивает гол Джордан Ларсон. Передачу Бакаев. Айртон, короче, получил мяч слева. Отдал Бакаеву. С Бакаевым сыграли в стеночку. Лукас Айртон вошел в штрафную. Обыграл защитника. Отдал пас от ворот. И Джордан Ларсон забивает гол. И Джордан Ларсон. А там, чтобы вы понимали, Ларсон прям... Айртон еле-еле покатил мячик. Рыжиков уже на попку на свою присел. Там еще мяч защитника попал. Ларсон в 2 метрах перед воротами стоит. Так мячик подсек немного. А этот, ребро... Рыжиков, точнее, ребро говорю. Рыжиков уже сидел на 5-й точке на газоне. Джордан делает дубль в этом матче. 3-1. Фух. Тебя можно как-то ВК найти. Рома, ссылка на ВКонтакт, на все, все ссылки в описании под стримом. Переходи в описание, там все ссылки есть. Подача со штрафного. И что, и Спартак 4-й, не было офсайда? Не было? Нет? 4-1, 4-1, иди сюда. Самуэль Жиго забивает во втором матче подряд, пацаны. Во втором матче подряд Сэм забивает гол. Я вообще не понял, как мяч у них... Короче, была подача, сейчас еще раз повтор покажут. Хорош, Спартачок, блядь, иди сюда, мой юный друг. Хорош, блядь. Подача была Бакаева, мяч... не было офсайда, скидку сделал этот Умяров. Там еще вообще от защитника, по-моему, сейчас еще раз повтор. На дальнюю штангу от защитника мяч отскочил в ноги Жиго. И Жиго просто сам стоит уже перед воротами. И мяч, знаешь, как-то небрежно так пнул ворота и забил гол. Хорош, Самуэль, молодчага. 4-1. 4-1, иди сюда, мой юный друг. Спартак сейчас в атаке. Удар Понсе. 5-1, блядь. Иди сюда. Хорош, пацаны. Хорош! Голь, 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 голь! Понсе делает счет 5-1. Дубль Ларсона, дубль Понсе. Астон Урунов стоит на боковой, ТДСК уже к нему подошел, что-то на ухо говорит. Ну, братан, извини, видишь, там этот, сейчас выйдешь, там 30 секунд потусуешься и все. Эзекиль Понсе, передачи, по-моему, Зелимхана Бакаева. Бакаев в штрафной площади отдал на Понсе. Понсе на замахе убрал под левую и в дальний угол низом пробил и забил гол. 5-1. Твоя налево. Спартак сейчас в центре поля с мячом. Зобнина дает Кралу. Можно пробовать контратаку бегать. Алекс катит направо Мозесу. Сейчас вот 22 минуты. 22 минута идет. Витя Мозес, подача штрафную. Айртон попытался сделать. И автогол! Дэйан Лоурен, хорош, пацаны. Иди сюда, 1-1. Спартачок сравнивает счет. Хорош, блядь. Дэйан Лоуренс, ты вообще красава. Была, короче, подача на... Хорош, вот это молодцы. Я понимаю, Зенит. Вот такая игра от Зенита мне нравится. Витя Мозес выполнил подачу на дальнюю штангу. Айртон скинул мяч. Лоурен грудью хотел скинуть мяч в руки прям Лунёву. Но мяч сильно выше, короче, отлетел. Он грудью скидывал мяч Лунёву, но Лунёв не смог этот мяч поймать. Высоко пошел прям под перекладину. Лоурен просто красава, просто молодчага. 1-1, иди сюда, мой юный друг.